Отак ми повернулися до нашої студії, раптово увірвалися, і ми вже стоїмо неспроста з нашими гостями. Ми анонсуємо, що сьогодні будемо робити невеличкий будиночок із печива. Так, дійсно. Ну що ж, для початку представлю вже знайомі вам обличчя. Це Олександра Годун та Юлія Колєснікова, майстрині з виготовлення солодощів. Вітаю вас, дякую за те, що завіталися. У наших дівчат вже все готове, і ми вже майже виклали всі інгредієнти, які нам необхідні. Що ж, дорогі друзі, ми повернулися, як і обіцяли, і дівчата вже готові нам показувати, що робити і як робити. Але я хочу спочатку запитати, що нам для цього необхідно, тому що дуже багато всяких інгредієнтів. Да. Во-первых, сегодня мы собираем пряничный домик. Угу. Вот. Это очень фундамент уже есть. Интересное, да, занятие такое. Это фундамент. Вот. Чтобы его сделать, есть определенные готовые формы, продаются, а есть угу. можно вырезать просто, если вы хотите определенную форму, определенный размер, тем более, вы просто-напросто на бумаге вырезаете как бы части этого домика, какие вы хотите, затем прикладываете на сырое тесто, вырезаете ножом, mm-hmm. выпекаете и затем собираете. У нас это все были, у нас как бы готовая формочка под определенный размер. Вот, у нас такое основание, тут 15 на 15 сантиметров. Затем у нас есть стены дома, бока, сейчас мы будем вдвоем mm-hmm. это все прикладывать. Передняя и задняя часть, вот с окошком. Вот. Можно вырубать окошки, можно дверки. То есть это тоже все зависит от фантазии. Классно. И крыша по две части. Вот. Мы начинаем с одной стены. Хотелось бы узнать у пакетиков, что у вас находится? В пакетиках сахарная глазурь, она может быть угу. белого цвета или цветная. Вот. Очень, она служит нам таким цементом. Угу. Вот. А триматься вот тут добре, да? Да, она будет хорошо держаться, особенно, ну конечно, вначале нужно... Чуть-чуть подсохнет. Да, нужно подержать. Чуть подальше спереди что-то приклеить. Вот так, да? Угу, так, чик. Вот. Юля держит. Мы же действительно их справжнюю хатиночку будуем. Щось таке цікавеньке. Кстати, хотілося спросити, скажімо так, ми просто для зрителей, які, можливо, не знають, Саші знайомі как бы, і по фестивалям, і так далі. А зараз смотрела, ти їздила на мастер-класи, що нового научилась, що нового привезла, і да. чим новим будеш удивляти. Спасибо, что следите. Вот. Я очень давно хотела научиться макарон, это французские пирожные. Mm-hmm. Они очень-очень сложные на самом деле в приготовлении. То есть 1 грамм или 1 градус не туда, они не получаются. Нужно ну, для них такие серьезные навыки, приспособления. Но все получится, как бы несколько раз попробовать. То есть скоро тебя будем уже новые Да, вот пробовать. Я ездила и в Днепропетровск, и в Киев mm-hmm. на мастер-классы и к профессионалам, училась. Вот, и вот очень надеюсь, что очень скоро будем радовать наших клиентов. Ну, очень, да, после Нового года. Я прямо из двух сторон, снизу и там, где Да, в связи, где соприкасается печенье, mm-hmm, там, стыках, мы, чтобы, да, ну. Там мы его, да, так сказать, цементируем. Вот, придавливаем вот так вот. Mm-hmm. На самом деле очень быстро схватывается. Давай я. Вот где есть щели, можно подбавить. До речі, якщо навіть буде десь виглядати, це тільки як декор. Да, потому а что мы потом еще его будем потом просто-напросто это будет похоже на снег, на сосульки. То есть совершенно никаких дефектов видно не будет. Самое главное ровненько его просто приклеить, угу. чтобы он просто аккуратно смотрелся. Не было косо, да, вот это все. Хотя первый наш домик с Юлей был далеко не идеальный. Вот, поэтому. Но это все. Но мы его преобразили просто. Уже. Да, мы его преобразили, там ничего не видно, ничего уже. Вообще сейчас как бы популярны такие изделия среди покупателей, вот заказывают часто. Да, да. Вообще это очень такая интересная тема и как бы сам процесс. Более новогодние. Да, то есть у нас сейчас мои мастер-классы проводим на эту тему и. Кстати, по мастер-классам тоже смотрел, вот сейчас активно уже бурно ты вернулась, скажем так, Николай уже бурно мастер-классы начинаются. Да, да, да. А что нового свеженького будете делать? Вот у нас будет завтра как uh-huh. раз мастер-класс. Очень быстро набралось количество людей. Uh-huh. Не успели сделать новость, как она набралась.
Вот, завтра мы собираем имбирный домик, декорируем его разнообразными конфетками, расписываем. То есть это очень классное такое семейное занятие. Это все, любому возрасту интересно. До речи, хочу сказать еще, ваш будиночек дуже ароматно пахнет такими специями. Да, у нас в составе есть здесь имбирь и корица. То есть мне всегда спрашивают... Инка, нисик и в тебе долгий. Да, очень ароматно и вкусно. Вот нам, сколько мы работаем, нам ни разу не надоело еще этот рецепт. Мы сами любим всегда его с чаем, кофе, пряничком. Если какие-то есть остатки, особенно мой сын, он просто без перебоя. Я хочу сказать, что да, вот смотрите, действительно классно получается, когда вылазит, оно вроде бы снег, вот позадувало снег. Да, да, то есть любые щели можно еще задуть. Еще такой момент. Угу. Здесь у нас есть полость. То есть пока он сохнет, сюда можно, когда вы готовите, допустим, кому-то подарок, вы можете насыпать сюда или конфетки какие-то, или подарок какой-то, то есть, и потом спрятать это крышей. То есть, может быть, такой двойной подарок, двойной сюрприз, такая вот такая упаковка, идея. Скажем так, оригинальная упаковка для подарка. Да, вот видите, он очень быстро держится. Сейчас мы его еще немножко чуть-чуть придавим. Вот, так. Вот, и мы переходим до... Да, заканчиваем крышей, и потом уже переходим непосредственно к декорации. Не прячем? Нет, это будет сверху у нас. Ага. Это у нас декорация. Да, у нас тут много-много идей. Вот. Вообще, здесь на самом деле настолько, мне кажется, бесконечная, просто бесконечная... Главное, чтобы фантазия Противовала. Да, да, тема для украшения просто. Ну и самое главное, сложить его, правильно? Да, чтобы совпадали все части. Все части в конце. Потому что тесто, оно имеет такое свойство после выпекания немножко вздуваться. Я про это тоже подумала. То есть, да, если ровненько, изначально оно в сыром виде будет ровное, то дальше его не поведет. Ну, естественно, при выпекании оно нигде не должно ни соприкасаться ни с чем, ни к краям формы, потому что оно пойдет как бы брать... форму, так сказать, в которой вы выпекаете. Взагалі, чи можна дізнатися рецепт цього печива, як його виготовити? Ми якраз їхали сюди і думали об этом. Рецепт везде, вот сколько я в інтернеті не искала, состав совершенно, практически 99% везде одинаковый состав. То есть это мука, сахар, мед, потому что это имбирные пряники. Специи по вкусу. Еще здесь очень важно, касательно деток, подумать о каких-то аллергических моментах, потому что есть люди, которые, у них аллергия на мед. Мед можно заменить патокой. Это тоже при изготовлении сахара такой ингредиент, он тоже похож на мед, но он прозрачный, и он как бы и сахар, он более безопасный и имеет те же самые свойства вот, в рецептуре, да, как бы, как и мед. Вот. То есть можно быть такой момент. По поводу специй, можно имбирь. Хорошо, Сашка заделалась, да? Приклеила и держи, я пока расскажу. Значит, по специям можно... Сейчас я буду рисовать. Да, или сейчас я звездный час. Будет. Значит, будет корица, можно добавить имбирь обязательно. Имбирь обязательно, потому что имбирные пряники, то есть как бы это такая связь легкая. Вот, можно корицу, кардамон. То есть у кого какие вообще, к чему тянет, можете добавить. Мы разные проводили эксперименты. Я, честно говоря, даже черный перец добавляла, и они потом были пикантные. Вот, это совершенно от ваших вкусовых моментов зависит. В общем, далее вы, когда собрали домик, вы заполняете все, если есть какие-то щели, дырочки, вот, вы их заполняете. Все, сейчас мы переходим к такой декорации. Я сейчас тут вокруг нашего окошка себе сделаю клейкую такую вот чего основу. Так, я сейчас заберу чуть вот. Себе вот и буду клеить такой рождественский венок. Вот. За допомогою пинцета. Да, за допомогою пинцета, потому что руками не сильно удобно. Они мелкие, это слишком носик. Вот. А вообще, как бы, да, пряники можно и разукрасить, еще ж все это дело сделать. Да, то есть вы делаете, как, например, нам нравится и удобно его собрать, а потом декорировать. Кто-то отдельные части сначала их рисует, они высыхают, затем собирают. То есть последовательность совершенно, все как вам удобно, как вам нравится. Как бы это вообще семейное такое занятие, успокаивающее, кстати. Вот, то есть... Поэтому наша работа, она не кажется нам работой, потому что мы ее очень любим, и это очень интересно. Кожну щелинку я бачу, мы такими хвилястыми линиями заповнюємо. Да, да, ну вот оно не лишнее, даже вот оно не ровное, но это же снег нападал. Это в первую очередь сахар. Это сладость. И это не лишнее никогда. Да, да, да.
например, Саша говорила, что если разукрасить сначала, угу. а потом подождать, пока высохнет и украшать, но вы видели, вот как надо держать все, поэтому может повредиться потом рисунок, угу. если ну, мы поэтому решили так, чтобы... Я хочу зазначити, що дійсно десь, якщо якийсь бік вилізе, то це не так страшно, це стрижок. І для таких людей, як я, які не вміють гарно малювати, це просто ідеальний варіант. Дай Боже, щоб ці боки вилазили, тому що, знаєш, там побільше ж крапель. Так, побільше смачненького. Я тільки за. Так, зараз ви, дорогі друзі, також бачите те, як Саша прикрашає, ми ще поки не бачимо, заглядаємо. Тільки здогадуємося. Заглядаємо. Зараз я вам покажу кусочок. Так, який? Тут у нас такий віночок, лістики ростуть, розпускаються. Так, Юля, тобі. Прокрутили. А як циган сонцем крутимо? Кручу. Вот. У нас уже рука набита, мы это делаем немедленно. Вот. Но вообще удовольствие стоит растягивать. То есть подумать вообще, что мы хотим, как мы хотим. Как подарок замечательно. Лично я планирую в этом году своим родным, близким вот, подарить такие домики, потому что это очень такой, во-первых, это такой как рождественский символ, можно сказать. Так, действительно. И просто необычный подарок, не более вкусный. Как бы все говорят, ой, жалко кушать. Согласна. Смотри, насчет того, как кушать, даже, честно говоря, и мысли у меня еще не зашло. Мы их только делаем. Вот, как их кушать, я еще не знаю. Я сама этого еще не делала. А я тебе хотел запитать. Разбирать его. Как это, как потом его кушать, ну, в плане того, что не жалко ли. Так, я вот представляю, сидим, например, да, так, чаю попиваем. И так раз, ой, крыша мешает, раз. Да, представляете, открываешь крышу, а там еще лучше. Лицо с предложением. Оп, раз, да, например, да. А, кстати, вот это окошко тоже так можно сделать под кольцо. А еще, кстати, еще идея такая. Если сделать, еще такой быстренько расскажу секретик. Кто хочет сделать окошки для домика, особенно витражные окошки, значит, вырезаете окошки, в них дырочку, покупаете леденцы. Леденцы нужно столочь в такую крошку. И в это отверстие, где у вас окошко, вы туда ложечкой высыпаете разного цвета леденцы и запекаете. Оно растапливается, запекается, и в итоге получается как стекло витражное. И уже приклеиваете, вставляете. То есть можно еще сделать вовнутрь, да, можно поставить маленькую свечечку, таблеточку, которая будет гореть. То есть при выключенном свете будет ощущение, что в домике горит свет, тем более через окно витражное. Классно. То есть и очень так живописно, и прям по-настоящему. Вот это так идеи. Да. Круто, да. А єдине, що нагріється, воно не розлізиться, нет, потім хатинка? Ні, то есть там та температура у маленькой свечки, которая, она не позволяет ну, чому-то там испортиться, тем более долго это сильно не протянет, потому что если здесь в доме дети, тем более, они надолго это... Они свет выключат быстро. Да, домику. Ну, я бачу, малюємо віконечко на стінах. Також такі гарненькі ставеньки. Да, сейчас мы развернем, вам покажем. Просто тут с будь-якої стороны дивишься, с будь-якої стороны все так гарно. Як 40. А можно я тебя на минутку, Юль, прерву? Вот, у нас такой веночек, уже образовались листики. Сейчас мы ему еще придадим такой живописный вид. Мы ягодки здесь, у нас будут расти красненькие. Круто. Мне також цікаво, я навіть так загляну. Да, пожалуйста. Вже дійсно так яскраво і гарно виходить. Навіть задні стінки, які по суті б ніхто не бачить, але все ж таки прикрашаємо. Щоб можна було покрутити. З усіх боків краса. Вот здесь вот на крыше можно сделать черепицу глазурью, можно купить сахарные трубочки, выложить их вот так вот горизонтально вдоль крыши и сверху полностью залить глазурью, то есть это, ну, под глазурью будет уже такая рельефная основа, как крыша. А вообще не завалить эти трубочки, потому что сейчас же так важко, но да. То есть да, должно быть соответствие, конечно, вы должны чувствовать просто какого у вас размера домик, какая может быть на него нагрузка и чем его можно декорировать. Краще всего, знаешь, стоит, какой бы ты шубать мне такой будиночек. Засыпем ММДэмсом. Да, ММДэмс это тоже классная штука. Они маленькие, легенькие. Ты ничего не запсуешь. Знаете, если не ревно впадет. Так сверху просто насыпь на дом просто. Ты думаешь, я тебе просто ММДэмс подарю? Не, знаешь, ММДэмс и всередину накрыла. И зовні. И сверху еще. Вот. Це так классно. Який ти, Вітя, примхливий? Можна еще, знаете, как сделать? Купить такие легенькие. Это... Пошли отсюда. Я мрію вже про те, як... Вітя вже весь у своїх мріях, якщо йому подарують будиночок. Ні, Вітю.
Не будет тебе такого. По поводу тяжести. Тяжести. Вот ты говоришь, что трубочки могут быть, допустим, тяжеловатые. Для маленького домика можно взять такой вариант, вы знаете, воздушные подушечки такие продаются. Зефиринки вот эти, да? Либо зефиринки, да, либо вот кукурузные. Вот эти. Так, знаю. Они очень легенькие, они объемные. То есть мы тоже можем их приклеить, вот эти квадратики, на крышу, они тоже будут похожи на черепицу, в общем-то. Прикольно. Такое вот. Можно дымоход сделать, можно маленькие что тубки угодно. Тоже есть. Вот смотрите, у нас уже здесь такое оживает домик. Вот, наша майстриня нам забыла гарный такой. Такую стенку заднюю. Вот. А здесь, значит, еще на крыше, если вы не декорируете чем-то, можно оставить какое-то пожелание или послание, кому это сделано будет. Вот. Мы еще здесь оставим место. Вот. Что у нас тут? Окошко? Окошко, да, еще рисуется. Окошко. Я нарисую дверь. Сейчас я нарисую дверь. Дверь у нас будет червоне. Да. Ну, чтобы не запутать, где там окно, где дверь. Да, потом мы еще ее тоже декорируем. Конечно, удобнее рисовать, когда еще пряники, ну, не склеены, да, дом не склеен. То есть они лежат себе, удобно рисовать, не нужно там сильно. На весу, сильно, там, да, на весу как, да. Это удобнее, однозначно. Но смотря какие у вас цели и сколько у вас вот, как у нас сегодня, допустим, нам нужно все показать, рассказать, чтобы людям, которые хотят это сделать, чтобы они смогли это повторить. Вот, поэтому мы сегодня немножко в таком режиме поработаем. Но все равно, домик, мне кажется, его ничто не может испортить. Это настолько что-то красивое, интересное. Как бы не получилось, в любом случае красиво. Да. Мне дуже подобається цей віночок, він дійсно... Да, я хочу сказати, що от коли він був просто зелений, як там було ніхто, да, чуть? А, вот а з час... червоними крапельками? Да. Довершено. Вот, можна збоку у нас ще є. Є олень. У нас такий маленький олень. Приклеїв. Вот, зараз ми його приклеїмо. Навіть звірятко вже є. Його теж клеїмо. Да, щоб він не відпав, ми його сюди... Як ми його поставимо, збоку або сюди? Ну, сюда, давай. Сюда? Спереди поставим. Олень просить до хати. Может, на уголочек вот так, да, подергнули? Давай, тогда мы здесь посерединке ему сделаем. Все, уже пришли творческие идеи, творческий вариант. Нам нравится, я люблю, когда мы с Юлей работаем, мы всегда советуемся. Вот, и потому что классные идеи вот приходят одному, допустим, есть видение, но какие-то во время, особенно во время работы, очень классные приходят идеи, и слава богу, еще красивее получается, вот, поэтому мы любим вместе работать, Юля такая надежный друг во всем. Да, очень важно, вот такое возникло пожелание, очень важно вообще в работе иметь друзей. Потому что одному, один сам не успеешь, и нежелательно, и интереснее, веселей. Вот, поэтому... Дівчата, ми готуємо новорічну хатиночку. Хотілося б дізнатися, як ви святкуєте Новий рік, можливо, якісь є традиції. І нам хотілося б дізнатися. Поки ми так святкуємо кожен день. Да, у нас на самом деле, да, вже рождественское новогоднє настроєння давно почалось. Ми, коли працюємо, включаємо себе якісь рождественські пісні, вони придають настроєння. Один дома. Фільми смотрим, да, роботами. Робота швидше йде, інтересней, і не устаєш. Гарно працюєте, хочу сказати. Да, да, ми собі всі условия создали. Вот, поэтому Новый год, конечно, и Рождество мы проводим с семьей. Вот, у нас запланирован уже отпуск. Мы сейчас раздаем горы заказов каждый день. Горы сменяют горы. Вот. Лучше гор могут быть только горы. Да, еще вот тут подножки сделай, чтобы он устойчиво стоял. Я приподниму его. Классно. С ним, чтобы он пятнишко на все 100, да, стоял. Вот. Можно снеговичка, вот, кстати, можно из зефира, о котором ты сказал, маршмеллоу, да, вот эти квадратики, можно из него создать снеговичка, то есть взять 3 штучки, на зубочистку их посадить, приклеить, на нем нарисовать, если есть пищевой маркер, допустим, глазки, ротик, и либо все это сделать глазурью, ну, то есть черный носик и ротик, и оранжевый носик. Что сказала? Глазки. Смотри, а вот зубочисткой, а на вот это же, скажем так, материал, на этот же материал не Да, но на основание можно. Можно. Один к одному можно. Но они, в принципе, мягенькие, можно его и таким способом, чтобы они и проткнутся, и не будут разъезжаться. Так, у нас еще остается вот буквально 3 минутки. Мы успеваем, да? Да, я вот уже последнее окошко. Отлично.
Да, вот тут еще с одной стороны. Даже оператор мне показывает, я думал, он показывает, что все круто, он показывает две. Тут еще черепица, давай сделаем. Боже, еще черепица будет. А с одной стороны. Вот как пример. Сейчас у нас пошла черепица. У нас еще есть такие конфетки. Да, мы их сейчас будем клеить на... А я думала, мы их сейчас будем есть. Їсти, ми можемо сісти. Їсти теж будемо. Вот. Ти знаєш, похоже, це як в сказці було, от це, да, прилічний день. Гензель і Гретель. Я сподіваюся, відьмочка там не сидить зла. Ні-ні-ні. У нас фея нас... тільки може сидіти. Да, нас... Фея печенья. У нас таким все хорошо, у нас здесь ангел-хранитель, который оберегает нас от всякого. Ну сразу видно, уже рука так хорошо уже работает, набили руку. Я бы сейчас эту черепицу там налепил. На мазюков бы. Mm-hmm. Я намалювала на мазюков. Конечно, удобно вдвоем. Минимум. Mm-hmm. То есть один человек держит, второй. И также можно и одному, если... Если хочешь сделать какой-нибудь сюрприз. Да, если сюрприз. Вообще вдвоем и веселее. И вот советую на Рождество, на Новый mm-hmm. год вот с семьей собраться и испечь такой домик и вместе... приготовить. Это будет для семьи, во-первых, воспоминания такие незабываемые. Mm-hmm. И это и скрепится, и дружбу скрепит, если вы это делаете. Так. Мы почему, что у вас, знаете, есть близкие такие, и посыпка. Да, ой, да, да, сейчас. Это завершающий этап. Да. Блестки, угу. Все меняет. Пищевые блестки, это вообще мы с Юлей любим их везде использовать. Они... Мы всегда даже шутим, если у нас что-то не получается, на наш взгляд. Ничего, просыпем блестками, блестки все скроют. Все заиграют. Да, все заиграет, заблестит. Вот, у нас есть, они бывают разных цветов, голограммные, то есть как белые с разноцветным отливом, серебряные, золотые, белые, красные, то есть любых цветов, каких только вы хотите, а у нас сегодня серебряные. То есть мы немножко... Как мы их будем наносить, мне уже интересно. Для этого удобно взять кисточку, чуть-чуть вот так вот прикоснуться и потрусить. Ух ты, подразу наче снежок. Круто. Да, вот как блестит снег. Так и у нас будет блестеть глазурь. Очень нарядно, согласитесь, сразу да. Вдвое. Да. Вот, поэтому вот мы тоже очень любим это использовать и везде применять. Боже, яка краса! Одразу відчувається зима. Да. Круто, дійсно. Ну що, щось такі останні штрихи хочу сказати. Маю можливість прокрутити ЗВК, показати телеглядачам про себе. Зараз наші оператори візьмуть крупніше, так ми покажемо, дорогі друзі, що вийшло. Так приємно, знаєш, працювати в ефірі. Що у нас вийшло? Нічого не робив, стояв тільки. Але вийшло у нас. Да, але у нас. Тож на цьому ми прощаємось з вами. Так, дівчата, дякуємо вам за те, що ви сьогодні завітали. Я думаю, що це не остання, знову ж таки, зустріч. Що будемо показувати інші вироби, які там бачать, що свята ще попереду і попереду, попереду. Дякуємо вам велике. Спасибо. Так, найголовніше, щоб гори за горами, але ви встигли ще й посвяткувати. Да, да.